Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня у нас третье занятие. Мы готовимся, как всегда, мне нужно для оформления стола, мне еще нужны свечи. Заранее я сделала сама вот такие свечи, видите здесь. И нам нужно сделать, во-первых, вот эту свечу, она будет стоять, и нам нужно ее как-то оформить. И вот большую вот эту свечу. Сделаем из этой же салфетки, которую делали фрак и бабочку, мы сделаем, вот вырежем губы. Вот из такой салфетки, из большой, мы будем, возьмем фрагментик и вырежем вот эти вот губы, которые нам нужны. Отделяем вот эти губки и делаем вот на эту свечку, потому что у нас по замыслу моему это вот молодой человек, день влюбленных, это будет девушка, мы еще ей потом сделаем красивую такую и нагреваем ложку. Вот нам свечка для этой цели нужна, мы нагреваем ложку. Вот мы этой девочке сделаем потом еще очень красивую юбочку. Вот, и у нас будет молодой человек во фраке с бабочкой и девушка в красивой юбочке. Вот, с губами такими красивыми, интересными. Значит, как мы делаем свечку? Вот, в принципе, свечка делается очень просто, она медленно нагревается на самой свечке. И если честно, то чтобы сделать быстро, я ее нагреваю на газе. На газе она нагревается намного быстрее. Так мы пользуемся салфеткой как для декупажа. Вот, и эти салфетки также мы отделяем. Два слоя, которые не нужны, оставляем один, который нужен. И вот сейчас мы будем, все клеится, конечно, от середины. И так же, как вот наклеиваться при декупаже от середины краешком, точно так же и здесь делается. Вот видите, у нас уже вот потек, она себя как бы вжимает. Парафин такой. Вот они губки сделали, сейчас мы будем делать вторые. И опять, как я уже говорила, сейчас я, извините, нагрею ложечку все-таки на... потому что свечка, она еще и вот чадит, и у нее темная ложка была. Здесь, когда делаешь над плитой, то вроде как все нормально. Итак, берешь от середины и краешку вот так ведешь. Вот, в принципе, мы уже вживили, даже много вживили. Вот наши губы, в общем-то, вот будет у нас здесь. Уже, конечно, еще вот сюда сбоку потом прибавим. Чтобы сделать эту юбочку, нам нужно будет ткань. Где-то она у нас сантиметров 7. Мы ее одинаково, вот у нас будет красная, чтобы достаточно такой яркий цвет был. Мы ее сошьем, потому что нам потом мы ниточками прошьем серединку.
Вот у нас и получилось. Девушка в таком пышненько платьице и молодой человек во фрайке с бабочкой. Вот две такие пары. До следующего нашего занятия. До свидания, дорогие друзья.